Я люблю Беларусь за то, что это страна, которая уважает других, за то, что белорусы добрые, померковные, толерантные, за то, что они могут прислушаться и услышать чужую боль, могут сопереживать, за то, что белорусы – люди труженики. И, наверное, в первую очередь хочется отметить, что так прекрасно жить в стране, в которой ощущаешь уверенность в будущем. Беларусь начинается там, где человек живет, где он родился, и это Лоевщина, прекраснейший живописный уголок с богатой историей, с местами, которые поражают красотой, за могучий Днепр с его течением, за зеленые луга, озера, за спокойствие, тишину, за мир. Учитывая, что я жительница городского поселка Лоев, где проходили кровопролитнейшие бои в годы Великой Отечественной войны, и освобождение района далось дорогой ценой, то, конечно, для меня это победа советского народа в Великой Отечественной войне. И это знаковое событие для всех белорусов, потому что неизвестно, как бы сложилась судьба, а, скорее всего, она никак бы для нас, белорусов, не сложилась. В истории Лоевщины много событий, которые оказали влияние на ход ее развития. Это прежде всего и казацко-крестьянская война, да и в историю городок вошел, когда был разорен крымскими татарами. Это и гражданская война, это и Первая мировая война, потому что немцы дошли до Днепра. Это и советско-польские военные события. Но, наверное, все-таки наиважнейшим событием является Великая Отечественная война.